Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы вам предлагаем приготовить вместе с нами салат оливье с копченой скумбрией. И скумбрию мы отделили от шкурки, достали все косточки. И теперь мы будем ее резать на кубики. Если у вас рыбка мягкая, то вы можете просто ее руками разделить. Не обязательно резать. Кубики порционные. Как вам нравится, хотите побольше, хотите поменьше. Вот у меня, допустим, есть кусочки, которые уже и так отошли от рыбы. Теперь мы будем резать лук. Лук у нас небольшой, у нас мало ингредиентов. Поэтому лука у нас тоже мало. И добавляем в рыбу. Также кубиками мы измельчаем яйца. И тоже все добавляем. Теперь наш огурчик. В принципе, это абсолютно без разницы, в какой последовательности вы будете резать ваши ингредиенты, так как все равно в конце концов они будут смешиваться. Все ингредиенты порезаны, теперь время их смешивать. И в последний этап мы добавляем, конечно же, нашу заправку, майонез. Много я не буду ее добавлять, потому что рыба жирная. И поэтому нужно немножечко меньше майонеза, чтобы блюдо не оказалось очень жирным. В нашем рецепте мы использовали копченую скумбрию, соленый огурец, вы можете взять маринованный, отварной картофель, который мы порезали кубиками, консервированная морковь и зеленый горох. Они у нас в консервах, вы можете взять по отдельности, отварить просто морковь. Теперь у нас лук. Мы взяли обычный лук, мы его не вымачивали в воде, чтобы убрать остроту. Можете вымочить его в воде, либо замариновать. Яйца и майонез. Наш нежнейший салат готов. Если вам понравилось это видео, продолжайте готовить с нами. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. Приятного аппетита!